Добрый день, друзья! И вновь в центре Дмитрова научные беседы, научные разговоры с нашим ученым-изобретателем, экспериментатором Александром Кушелевым. Будет очень интересно. Поехали! Александр, добрый день! Здрасте! Значит, благодарю тебя, что пригласил меня на чай. Сейчас, смотри, друзья, с Александром будем пить чай и будем обсуждать очень и очень интересные насущные вещи, новые, новаторские, научные. Можно, конечно, было назвать наш цикл как очевидно невероятное, но мне хотелось бы назвать, может быть, научная фантастика рядом или околонаучная фантастика. Или конструктивная фантастика. Конструктивная фантастика. Вот, друзья, родился цикл нашей передачи «Конструктивная фантастика». Тут будет все. Итак, Александр никогда мне не говорит тему очередного рассказа. Это для меня тайна. Давайте послушаем, что он на этот раз будет нам рассказывать. Ну, всем, наверное, интересно, раз уж прошло 12 апреля, день космонавтики, интересно узнать что-нибудь про космос, про космонавтов, про орбиту, про международные станции. Спасибо. Спасибо большое. Ничего страшного, если вы в кадр попадете. Наша фирма, спасибо. Ну, что такое система жизнеобеспечения? Это когда у вас есть что покушать. Система. Любая система жизнеобеспечения, да. Ну, даже рыбки в аквариуме для них требуется, да? Ну, конечно, система. Что нужно живому организму? Нужно кушать. И питаться. Даже вот в космосе, там, на орбитальной станции, нужен туалет, потому что как? Это вот только американцы могут на Луну в памперсах летать. Слушай, у них нормальные люди не смогут. Даже две недели в памперсах, это вы сами понимаете. Но если вот этот спускаемый аппарат у них был плоский, да, какой там может быть туалет? Не, ну можно, в принципе, и на памперсе полететь на Луну, но это же не долетишь. Неконструктивно, неконструктивно. Да. Вот, ну, давайте поговорим о том, а какие же системы обеспечения есть у инопланетян. На самом деле, далеко ходить не надо. В медицинской технике практически уже все используется. То, что нужно для того, чтобы подниматься и опускаться на орбиту, и при этом не испачкать штанишки, например. Ну, то есть, известны же сейчас системы и промывания кишечника, и всякие катетеры. Вот. Но если современная, скажем, система обеспечения, современный туалет на станции, это целый, как бы, будка такая, ну, вот как вот, знаете, сельский туалет, да, целая будка. Там сложные трубочки всякие, в невесомости все это сложнее. Вот. Но у инопланетян все это упрощается и уменьшается за счет новых источников энергии. То есть, если у вас есть новый источник энергии, то туалет можно сделать вот такого размера, мобильный. Ага. Вот. Ничего себе. И это не предел, потому что что самое главное, это если у вас есть достаточно энергии, чтобы переработать отходы жизнедеятельности, например, в дистиллированную воду и сухой остаток. Ну, известно, что взрослый человек, он выделяет в среднем 20 миллиграмм мочи в секунду. 20 миллиграмм. Угу. Вот, то есть достаточно нескольких ватт мощности, даже не киловатт, а ватт, чтобы это перегнать. Вы знаете, что такое перегонка в дистиллированную воду, перегонный куб? Вот. И получается дистиллированная вода, которую можно просто пить. Вот. И сухой остаток, который очень мало места занимает. То есть это там, в тысячи раз меньше места. Его можно, остаток. В принципе, из космического корабля... Да его можно просто в виде таблеток. А значит, если там инопланетяне гуляют, то у них просто этот песок сыпется, и все это незаметно даже. Mm-hmm. Есть такое выражение – песок сыпется. Вот это когда дистиллированная вода идет обратно в систему кровообращения,
А сухой остаток ненужный убирается. Вот. Ну и его можно всегда дополнить минералами. То есть у американцев не было этой системы? Как, да у них даже обычного туалета не было. У них же, по легенде, были памперсы. А памперсы — это что такое? Это шаланды, полные фекалий. А где написано, что у них только памперсы были? А в музее космонавтики, да? Американском. Там написано, что вот летали на Луну в памперсах. И отстаньте от нас, да, вот если хотите все, что хотите знать. И вот они, эти памперсы, сухие, чистые. За две недели ничего с ними не сделалось. Ну, значит, пойдем дальше. Значит, сами понимаете, что вот такой размер — это тоже не предел. То есть мобильный туалет можно сделать и в таком вот объеме, в виде пирсинга. Вот, так, то есть, осторожно, Александр, я попытаюсь. То есть, если у вас источник энергии миниатюрный, вот, то переработать 20 миллиграмм жидкости в секунду — это не проблема, даже вот в таком объеме. А покажи на камеру, это что? Это источник? Может быть, ну, типа пирсинга, угу. Или там серьга. Это источник такой жизнеобеспечения, может быть? Да, это может быть и перегонная система, которая перегоняет, скажем, мочу в дистиллированную воду со скоростью 20 миллиграмм в секунду, это не проблема. Вот. И даже в наше время уже ядерный источник энергии позволит сделать такого же размера системы жизнеобеспечения. То есть для сегодняшних космонавтов. Вот. Так что система обеспечения — это, с одной стороны, дело серьезное, с другой стороны, она может быть очень компактной. Так, значит, ну, были они там или не были. Значит, американцы, да, это же мы выяснили, что там ракета выше 14 километров не поднималась, поэтому они могли, конечно, быть, но без ракеты, пешком. Зайти просто открыть. Просто зайти, да, на Луну пешком. Можно сказать, мотор, камера. Да, мотор, камера, поехали. Съемка началась. Так, смотри, значит, они утверждают, что они побывали 69-й год, да? Да. В 69-м году. Но Незнайка тоже утверждает, что побывал на Луне, и я считаю, что у него приоритет. Даже не у него, там еще до него летали там герои. Мюнхгаузен. Жюль Верна там. Да, да. А, Жюль Верн тоже, да? Да, а как же. И Дебержерак. А, Дебержерак тоже летал на Луну. Да, ну у него описано, как летали на Луну. Блин, а я не прочитал, надо было. Там это, до американцев еще 6 прилетали. Деятелей. В том числе Незнайка, да. Причем Незнайка не один летал. Так, а с кем-то летал? Ну как же, там же они даже лунную полицию там это видели. А, то есть там все, там их даже компания, арестовали там. Да, там компания. Капиталисты проклятые обосновались. Капиталисты на Луне были, да. Так, а вот в 70-м или в 71-м году наши ракеты, была лунная программа, я, правда, там запутался, там очень много было, это Луна 1, 2, 3, 4, 5, там 15, 17, высадили луноход 1 в 71-м году, да, наши высадили, СССР? Да, дело в том, что... А это действительно у нас, случилось у нас. Ну, когда выяснилось, что пилотируемые полеты — это дело практически невозможное, особенно в то время, вот, то вовремя перешли на автоматические аппараты. Это была очень гениальная идея, то есть исследовать далекие планеты автоматическими зондами. Вот, то есть на этом направлении мы сразу вырвались вперед, вот, и изучили и Луну, и Марс. Вот, а американцы хотели вот сделать ставку на пилотируемые полеты, а они провалились и у нас, и у них, поэтому мы остались первыми, но за счет автоматических станций. А пилотируемых полетов как не то было, есть так у нас и нет. Луноходы ходили, да, луноход 1, луноход 2, значит, они там. Там не только луноходы, там сначала, значит, просто попали в Луну не с первой попытки. Американцы только вообще с 13-й попытки в Луну попали. Просто вот, да, автоматическим зондом. Вот. У а нас... так все мимо пролетало. А так мимо пролетало, что Луна-то маленькая, небо большое. Раз и мимо. Да, 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 да. Вот. А наши, значит, уже сумели луноход туда запустить. Ну вот, исследовать, в общем-то, очень, очень тщательно исследовали Луну. Ну вот, и, в общем-то, мы уже много знали из того, что американцы-то и не могли знать, поэтому они
типа возвращались с Луны и спокойно шли по палубе корабля. А на самом деле это невозможно физически, потому что после длительного путешествия в невесомости прединфарктное состояние могут только на носилках вести. Mm-hmm. Вот. А американцы об этом узнали только когда по-настоящему в космос полетели. А это уже было гораздо позже, чем Луна. То есть сначала Голливуд, а потом они узнали, что это невозможно. Пока горячий. Но про систему жизнеобеспечения, вот там же она не только, да? И вот самое сложное, эту систему жизнеобеспечения доставить на Луну и обратно, потому что когда туда летит автоматический аппарат, какой-то луноход, и еще и не возвращается, то это легко. Осторожно. Да, потому что техника, она же каши не просит, и туалеты ей не нужны. Вот. А когда с людьми, их же надо обратно возвращать еще. А как вернуть обратно? Значит, на Луне должны стартовать много тонн. То есть там больше 10 тонн должно с Луны взлетать. А если с Земли пустить там, скажем, одну тонну, то до Луны долетит только 1 килограмм. Потому что все это в реактивную струю уйдет. Другое дело летающие тарелки. Если у вас, скажем, есть летательный аппарат, сейчас я покажу вам, вот такой формы может быть летательный аппарат, да. Вот. То если килограмм летающей тарелки стартанет с Земли, то весь килограмм и окажется на Луне. И потом еще и обратно может вернуться. То есть такие двигатели, как M-Drive, они не тратят массу. Им не нужна реактивная струя. Вот. Вот поэтому они могут летать, не уменьшая свои массы. Поэтому на Луну и на другие планеты надо летать на тарелках, на ракетах. Туда можно слетать, ну, в крайнем случае, в один конец. Потому что вот сейчас, например, на ракете, чтобы сделать защиту от радиации, нужно либо метр воды, либо 80 сантиметров свинца. То есть это нереально. Поэтому сегодня на Луну могут долететь на обычной ракете только трупы. Вот. Ну и ясно дело, что и до сегодняшнего дня любое количество времени назад то же самое. А вот если мы сделаем летающий тарелку, тогда можно будет летать хоть каждый день, как на дачу. Ну вот они наши что же заявили, да, что вроде к 30-му году, что ли, на Луну решили слетать. Потому что если мы в этом году включим рубиновые источники энергии, так, вот это интересно, то уже в этом году можно будет спокойно лететь на Луну, как на дачу. Потому что герметичность в космосе обеспечить уже давно научились. Но вот большую массу летающая тарелка может поднять. Значит, осталось только сделать водную защитную рубашку. Письмо в Роскосмос вам нужно тогда. Я писал письмо в Роскосмос, они мне ответили, что если у вас уже все готово, мы готовы это взять. Вот. Ну, финансировать не готовы, нет денег. Ну вот там сейчас огромный кластер, да, строят в Москве. Огромный, да, это технологический кластер, где будут жить ученые, там у них лаборатория прямо в центре Москвы. Да, этот Рогозин заложил уже и Путину показывал все. Вот я думаю, что они вам должны несколько лабораторий там выделить, и пускай они сказки не рассказывают, что господин Рогозин, что нет у него денег. Финансирование огромное. Каждый космонавт получает по 500 или там более тысяч рублей в месяц, а кандидат в космонавты 350 или 400 тысяч рублей в месяц получает. Тут для ученого, разработчика такого двигателя совершенно нет денег. То есть я считаю, что нужно все-таки еще попытаться коллективом написать, да, с какими-то рекомендациями. Но очень надо этот вопрос реально поднимать, конечно. Ну, вы же знаете, как Владимир Владимирович говорил, надо делать то, что хочет народ. То есть если народ хочет летающие тарелки, то естественно, что правительство их будет делать. Поэтому надо слушать Владимира Владимировича. Народ хочет летающие тарелки?
Хочет. Я вот как, если я представляю народ, все, значит, я знаю, что хочет. Владимир Владимирович сделает. Потому что он говорит, что надо Россия, то, что хочет народ. Да, все, я хочу, вот я представляю народ в данном случае. Значит, если все захотят, значит, будет отлично, команда. Значит, надо проголосовать. Конечно. Друзья, голосуем за летающие тарелки. Все. Александра Кушелева. Не, на самом деле мы же тут не прикалываемся, не троллим кого-то там. Действительно, прорыв для России. А то вот вчера возобновили производство офисной бумаги и уже кричат на всю страну, что это прорыв какой-то. Возобновили обычный для ксероксов бумаги. Ну, вообще говоря... А госпожа Матвиенко даже не знала, что у нас гвозди, шурупы, мы даже закупаем их. Она, оказывается, этого не знала. Она очень удивилась. Нет, ну, в принципе, зачем нам самим делать какие-нибудь шурупы или гвозди, если мы можем делать летающие тарелки? Да, 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 да. Потому что, вообще говоря, в мире должно быть разделение труда. Если мы можем делать летающие тарелки, зачем нам там, скажем, согласен, заниматься какой-то ерундой? А мы можем делать летающие тарелки, потому что уже испытан двигатель. Двигатель испытан, причем раньше американцев на 22 года. То есть пока они сейчас пытаются делать сверхпроводящие двигатели Роджера Шайера, у меня уже рубиновые несколько лет вот в лаборатории лежат. Уже готовы летающие тарелки, только включить. Мы сейчас уже... письме нужно так написать представителю Роскосмоса. Приглашаю вас на... Ну, тестирование в лабораторию, чтобы все собственными глазами что увидели. Можно было посмотреть сначала видеозаписи, обязательно заснимем репортаж, видеозаписи экспериментов, а потом посетить лабораторию и понять, что у нас дело подходит к завершению, поэтому ну, надо бы как бы успеть присоединиться, потому что иначе будет как неудобно, что если будут сделаны летающие тарелки без участия государства. Ну, то есть, ну, вы же знаете, как авиация создавалась. То есть братья Райт фактически за личный счет. То есть один брат был изобретателем, другой был летчиком-пилотом, другой был фабрикантом. И они на частный капитал сделали первый самолет. То есть никакие государства в мире в этом не участвовали. В России пытались участвовать государства, но не получилось. То есть частный капитал обогнал. Вот так вот, да. Поэтому какое государство более чуткое, какое более, да, так скажем, прозорливое, там и будут созданы первые летающие тарелки. Я думаю, что Россия имеет пока что все шансы, потому что именно мы в России создаем летающие тарелки. Поэтому Россия имеет максимальное количество шансов. Но всегда можно этот шанс упустить. Поэтому тут надо не расслабляться. Я хотел бы, чтобы небо над планетой Земля начали бороздить тарелки отечественного производства. Я готов приложить к этому все усилия. Я очень надеюсь, что научная и политическая элита услышит Александра Кушелева, нашего изобретателя. Друзья, на этом мы заканчиваем наш репортаж очередной из цикла. Какая у нас фантастика? Конструктивная фантастика с выходом на производство летающих тарелок.